фойе Дворца культуры гостей мероприятия встречала выставка картин участников творческой студии «Стрекоза». Специально к празднику дети нарисовали портреты своих мам. Ну а главные поздравления прозвучали со сцены концертного зала в исполнении юных артистов. Очень тепло и сердечно с наступающим праздником всех матерей поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. На Кавказе говорят: рай под ногами матерей. Кто несет через жизнь благодарность, любовь, тепло в адрес матери, тот определил вектор своего будущего на счастье. Вероника Цыплакова – многодетная мама. Она воспитывает троих детей и параллельно успевает уделить время еще 15 ребятам. Ведет занятия по декоративно-прикладному искусству в досуговом центре «Юность». Конечно же, настраиваю детей, себя, да, если у нас какой-то там насыщенный день, много дел, планов, всех развести, да, одну в школу, кружки, домашние дела. Вчера как раз у нас было занятие в досуговом центре, я их взяла с собой, мы со всеми детками, да, которые занимаются у меня, мы приготовили для мам торт и сделали открытки. В зале царила добрая и праздничная атмосфера, ведь это один из самых светлых праздников, когда мы поздравляем своих дорогих и любимых людей. Хороший праздник. Хочется всех-всех мам поздравить с этим праздником, пожелать им всесветного здоровья, и чтобы детки их никогда не огорчали, любили. Вы знаете, пока у тебя есть мама, ты ребенок. У меня мама жива, и я себя считаю ребенком, даже хотя сама давно мама. Концертная программа состояла из танцевальных и вокальных номеров. Выступали как опытные артисты, так и совсем юные, которые делают только первые шаги на сцене. Я хочу поблагодарить всех мам на планете, чтобы они были такие же энергичные, такие же добрые, такие же спортивные. Вот, чтобы они радовали своих детей, чтобы дети их тоже радовали. Я хочу пожелать своей маме, чтобы она была красивой, умной, чтобы она меня учила, чтобы я на пятерке. На празднике прозвучали песни, посвященные не только мамам, но и бабушкам. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.